Самое доброе утро начинается на телеканале «Культура». С вами Екатерина Андрющенко. Денис Криштопов. И Мария Врановская. Я разучился говорить Денис Криштопов. Нет-нет, все нормально. Все нормально, едем дальше. Расскажу вам о событиях последнего дня. О, боже, последнего. Событиям апокалипсис грядет. Расскажу вам о событиях последнего дня. А что вы про... А что, Аверин модный тип, да, вообще? Ну, мой взгляд. Так, и зашла туда. Так. С лицом. Так. Отлично. Прям как кулинарный совет. Ну, где-то так, да. Это хорошо или плохо? Некрасиво. Нехорошо. А я поддерживаю. До встречи, скажу. А я поддерживаю. И я тоже. И я поддерживаю. Это ж как приятно. А я поддерживаю. Это ж как приятно будет. А я поддерживаю. Это ж как приятно будет жить около чуда света. Прощаемся с вами до завтра. Чтобы в 7 утра вновь сказать вам доброе утро, Ставрополье. Засыпайтесь с кем вам нравится, а просыпайтесь вместе с нами. Гениально! Эгоист. Это будет наша фишка новая.